Итак, всем привет, вы на канале, и с вами я, Разный. Собственно говоря, начинаем мы прохождение по игре Такси Симулятор 2022, я так понимаю. И вообще, через призму видео я захотел спросить у своих подписчиков, как вам вообще игра. Хотите ли вы вообще ее прохождение, не хотите ли вообще ее прохождение, потому что, мне кажется, проект этот очень хороший. Так что получается, так, что у нас по настройкам? Графика ультра, так, громкость, километры, так, тут зеркало у нас, тут чувствительность. Ну, хорошо, так, и давайте просто, ну, не знаю, нажмем карьеру. Я уже немножечко тут начал проходить, уже получается, ну, некоторые денежки насобирал, да, чтобы нам прикупить какую-либо машину. Давайте просто нажмем с вами играть и посмотрим, что вообще... О, Нью-Йорк тут есть. Так, Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес, дальше... А, и Рома. Рома, да. Давайте мы в Рому заедем, я не знаю. Вообще, так что жду от вас фидбэк в комментариях. Хотели бы вы эту игру видеть, не хотели бы вы эту игру видеть? Как вам эта игра нравится, не нравится? Прохождение надо, не надо? И как вы хотели прохождение, либо же прохождение вот полное, прям как сейчас в лайве, либо же прохождение, там, не знаю, какие-нибудь машины, чтобы я покупал, какие-нибудь там заказы отдельные делал. Так что жду все от вас в комментариях, собственно говоря, в комментариях жду. Ну и давайте вот наш тогда получается опа, так. Вот наш, в принципе, первый клиент. Также, как вы хотите, чтобы я проходил с радио, без радио, то, что сейчас просто радио здесь небольшое играет. Так, здравствуйте, там просто не было места для разворота. Ага, вон он в зеркале садится, хорошо. Так, обычный клиент, Петро, статус нерешительный, рекомендации назначения может изменить... Рекомендация назначения может измениться во время поездки. А, хорошо. То есть может изменить свой маршрут во время поездки. Хорошо, так, сдаем назад. Чтоб никого, главное, не разбить. Так, выкручиваем и потихоньку поехали мы с вами. О, какая-то странная у нас дорога, хорошая такая, интересная. Так что пишите, ребята, в комментариях, что, как вам эта игра. Так, в смысле, я не понял, а что у нас с дорогой? Почему она у нас так сипит? У меня же графика хорошая. Хорошая должна быть, так. Клиент поменял место назначения. Ага, ну вроде бы оно как бы одно и то же пока у нас. Так. Ну нет, нам надо по прямой, так что давайте тоже... Опа, они поехали, все хорошо. Так, давайте-ка на круиз-контроль. Молодец ты какой, а. Ну ты скажи мне, ты охренел, а? Ты чё, блядь? Змей ты. Конченой. Вы как едете, ребят? Давайте, едьте уже. Так, все, ну и потихонечку иду. Так, давай-ка 43, 35, вот так под 30 мы и поедем. Потому что, мне кажется, проект классный, проект прям отличный. Так, тут у нас сейчас светофор. Потому что вообще, ну, я еще раз говорю, что начал уже делать прохождение, вот некоторые денежки себе заработал, потому что я так думаю, то что, ну как, у меня вообще своя есть, своя версия прохождения этой игры, какие серии по ней записывать. Напишите также вы, какие бы вы хотели версии, чтобы я записывал полностью лайт прохождение, либо же отдельные какие-то моменты, либо же там, не знаю, не знаю, короче, пишите свое мнение вообще в комментариях. Что вы, как вы, так, а нам тут направо надо будет, да? Ага, направо, хорошо, поехали. Так, с поворотничком все хорошо. Так, так, так. Угу. У нас остается 50 секунд. Успеем ли мы его довести? Не успеем. Так, давайте-ка мы вот здесь, опа, да, здравствуйте, авария у нас случилась, хорошо, так. Нам все-таки вот сюда надо. Я хотел перестроить, чтобы побыстрее все сделать. Так, ну и здесь мы, короче, вот так сделаем. Все хорошо. Стой. Так, поворотник вырубим. И здесь нам платят $300. $300, счастливый, 402, 802 хп, короче. Так, давайте-ка на габаритах, да?
чтобы нам выехать нормально, чтобы никто в нас не врезался, ничего нам не сделал плохого, хорошего. Так, ну и давайте, я думаю, вот сюда мы заедем. Вот сюда заедем, немножечко сделаем паркинг, так сказать. А может быть не сюда? Давай-ка, наверное, не сюда. Ну-ка, здесь можно будет как-нибудь выехать? Ага, можно туда, все сделаем. Так, тогда выйдем с вами обратно. Потому что все-таки в какой-то забегаловку около туалета припаркуемся, блин. Жестко, мне кажется. Так, 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 так. Опа, велосипедисты, здравствуйте. Так. Тут также я хотел бы сказать то, что за светофоры тут не штраф. Ой, ну, ребят, ну вы прям вообще. Ну вы прям выстроились. Ну давайте как-нибудь. Ну разъезжайтесь. Ну в конце концов, а. Ну, честное слово, а. Ну что это такое? Ну как такое может быть? Ну, ребят, ну ё-моё. Ну ладно. Я сам вас объеду. Так. Ну и все, в принципе, на этом, я думаю, будем небольшой ролик завершать. Так что давайте свой фидбэк в комментариях. Как, что, куда, как бы вы хотели. Хотели ли бы вообще эту игру видеть на канале. Мне она, я скажу, очень нравится. Так что жду ваше мнение в комментариях. Все, всем пока.